Литературный фестиваль «Зазубрина» объявляет об открытии в Каннске перформативной лаборатории. Она состоится с 23 по 31 августа, будет перекликаться с главной темой международного Каннского видеофестиваля «18+». Организаторы проекта призывают в свои ряды поэтов, литераторов, актеров, панков, сталкеров, экстрасенсов и прочих творчески бесстрашных личностей в возрасте от 18 до 30 лет. Молодые люди будут читать свои и чужие стихи, придумывать и показывать перформансы под руководством поэта Андрея Родионова, драматурга Екатерины Троепольской и режиссера Василия Березина. Специальным гостем лаборатории выступит художник и актер Сергей Пахомов. Для участия нужно зарегистрироваться, отправив заявку в сообщение сообществ Каннского видеофестиваля в Фейсбуке или ВКонтакте. Напомним, «Зазубрина» проводится в Каннске в дни международного видеофестиваля с 2013 года. Фестиваль носит имя жившего в Каннске советского писателя Владимира Зазубрина и называет своей задачей возвращение сибирского города на литературную карту России. Напомним, с 25 по 31 августа 2019 года в Каннске состоится 18-й международный Каннский видеофестиваль, организованный студией «Видеодом» при поддержке фонда Михаила Прохорова и администрации города. Победитель получит гран-при «Золотой пальмовый секатор». Состав международного жюри и конкурсной программы будет объявлен 10 июля.